Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси. И сегодня мы с вами посмотрим игру под названием «Водка». Водка не в том плане, которое многие любят пить, а в плане открытый мир, в котором мы будем, не знаю, просто выживать. Это то, что я нашел в описании по поводу игры. Здесь нету никаких абсолютно настроек в плане графики, в плане звука, вообще всего остального. Здесь просто ты начинаешь из две клавиши играть и выйти. Вот мы нажимаем играть, и перед нами краткий гайд справа, как вообще, что тут надо делать, какие кнопки что использовать. Но самое главное, что здесь есть оружие, автомат Калашникова и ружье. Также, я так подозреваю, тут должна быть водка, медведь и балалайка обязательно. Ну, чтобы полностью заполнить атмосферу. Значит, здесь у нас против нас зомби, против нас выжившие или там какие-то спецслужбы. В общем, не знаю. Будем сейчас с вами смотреть, разбираться и немножко совершенно в нее поиграем, потому что, я думаю, тут смотреть особо не на что. Сразу говорю, точнее, прошу прощения, если вдруг будет слишком громко звуки игры. А повторяюсь, я не могу их сделать тише, как бы я не хотел это сделать. В общем, вроде как открытый мир. Ну, пока он немножко закрытый, потому что мы появились в каком-то ангаре. Как я понимаю, вот это, вот эти вот тучки, или вот эта пыль, это как радиация, к ней подходить не нужно. У нас есть жизни. О, вон уже какой-то абрех на нас бежит. И не один. Мимо. Попал. И попал. В общем, у них синие глаза, наверное, потому что они тоже ищут водку. И когда они выпьют, у них будут красные глаза и красный нос, а сейчас у них они просто синие, эти глаза. В общем, было три выстрела. Один был в молоко. О, слышите, это, наверное, отсылка на сталкер. Короче, нам туда идти не надо. Или наоборот надо. Нет, зашкаливает. Давайте туда пойдем. Я не знаю вообще, куда бежать. Этот страшный звук меня пугает. Вон, вижу, на нас опять бегут ребята. Будем отступать. Ну, такое себе. Я не знаю, конечно, я не специалист по баллистике, по разработкам игр, но, наверное, эту игру делал один человек, может два, может полтора. Ну, в общем, будем их всех валить, этих жадных до водки людей. В общем, стамина у нас тратится по мере, как мы бегаем на ускорении. Жажда, ну, жажда, это понятно. Голод. Ну, в общем, есть у нас такая небольшая системка. А ну понятно, что можно с помощью QE смотреть по сторонам, точнее выглядывать из-за угла. Небольшая системка у нас, значит, здесь есть потребности, которые нужно удовлетворять, независимо от того, нашли мы водку или нет. Вот у нас есть вот снайперская винтовка. Аптечка, граната, наверное, я так понимаю. Нет, не так я понимаю, конечно, не знаю, как ее использовать, но главное, что у нас есть аптечки, какие-то уколы. А что это за уколы? Вот. Ага, ну они просто повышают там жизни, понятно. Где-то это все происходит, как я понимаю, на территории постсоветских стран. Вертолет. Точнее, где-то звук вертолета. Сам вертолет я не вижу. А, вон он. Так, вижу вертолет. Сейчас его с калаша проредим. Интересно, мои пули долетают до вертолета? Мне кажется, нет. Ну, пускай лучше, чтобы они знали, что мы серьезно настроены, поэтому даже если я не попал, но суеты навели. Так, ай, что-то меня ударило. А вот, наверное, светится это. А, это вода. А я думал, это водка. Долгожданная консерва. Снаряды на... Точнее, амуниция для ружья нашего. Давайте выпьем воды. Вот так он так кафтал эту воду, что просто прям самому захотелось ее выпить. Здесь нет ни карты, вообще ничего нету. Я не знаю, куда нам идти, и правильно ли я вообще иду. И нет, наверное, неправильно, потому что тут водичка. Здесь ничего нету. Пошлите налево. Вот здесь никаких опознавательных знаков, никакого сюжета. Как написано в описании к игре,
Просто выживай в открытом мире водки. Блять, как это звучит. Поэтому будем просто выживать, стараться, по крайней мере, это делать. Ну, рубрика подразумевает собой небольшое видео, поэтому долго мы, конечно, здесь выживать не будем. Да, все, я понял. В туманчике заходить нельзя, потому что он дерется. Так, еще у нас водичка. Водичка нам не помешает, я так понимаю. Давайте еще выпьем, потому что что-то мы ненасытные. Еще уколемся. Вот это, я понимаю, нормальная система. Выпил, укололся и пошел. Что тут в вагоне ничего, нема там залезть. Нет, нельзя. Так, тут, наверное, тупики. Никуда не пройти, нигде не проехать. О, яма. А ну, можно пролезть? Нет. Водки это не учтено. Яма есть, а пролезть нельзя. Еще там у нас что-то вон. Уже получше немножко ружье лежит. Так, рожки дополнительные. Это я не знаю, на что рожок. В любом случае, мы это все забираем. А, то нож. Что это за глазик? Ага. За мной кто-то следит, ребятки. А кто? Ку-ку. Заберем в любом случае. А, Скар, вот это я дурачела. Давайте, короче, тогда так сделаем. Сейчас мы освободим место под ружо, чтобы мы его могли перенести сюда, а туда экипируем Скар. Вот так вот. 30 патронов у нас на Скаре. Всего один рожок. Вы знаете, вот в такие игры, когда играешь, то очень интересно, ничего не понятно, но очень интересно. Будем ползти, потому что кто-то явно хотел завладеть нашим бренным телом. Видите, тут глазик появляется. Я так понимаю, что это система, что у нас типа кто-то замечает. Ага, вон я вижу впереди. Опа-па-па-па. Кто-то там был. Сейчас мы посмотрим все. Сейчас мы разберемся. Так, давайте калашников пока уберем. Возьмем снайперскую винтовку и посмотрим. Блин, а как оно здесь все чувствительно. Ага, да. Там стоит кто-то, в общем, стоит. Это явно не любитель водки, потому что у него глаза не светятся. Опять, где он? Угу. Военный. Это военный. Один. Он один, да? Да, он один. Ну, кстати, он соколиный глаз, потому что я его в прицел еле отсюда вижу, а он хрен знает откуда меня видит. Ну что, давайте попробуем его сейчас ликвидировать, этого военного. One-shot. Просто вот сразу видно мой высокий уровень в Counter-Strike 1.6, что я его так завалил. Интересно, он был один или нет? Нет, глазик есть еще, значит, где-то еще присутствует его товарищ, который будет теперь нам мстить. Я его, если честно, не вижу. Так, ну глазик не активный, значит, он нас не видит, по идее. Этот звук бум-бум нагнетает обстановку. Гандонит отношение. Кстати, колеса такие вот круглые, как в принципе, хотя, что я цепляюсь, это железная дорога. Она ж на квадратных ездит. Что это нормально? Так, где же? С моим зрением минус 10, я никого не вижу. А меня видят, в том-то и дело, ребят. Меня-то видят. Но пока меня не видят, по мне не стреляют. Это логично. Я человек логика. Давайте. Ага. Это он умер или это он ползет? Нет, это, наверное, все-таки он умер. Добивать его не будем, потому что патроны на вес золота. Как и водка в этой игре. Так, тут меня тоже не видно. Но кто-то же где-то есть. Не могу понять только где. Угу. Где-то там, короче, я так думаю.
Смотрите, оно все равно меня все равно видят. Все равно меня видят, ребята. Ага, все уходит. Уходит. Тревога. Давайте обойдем. А, вода уже у меня минус один. Давайте выпьем, я не знаю. Главное выпить. Кстати, почему я пью воду, а не водку? Игра-то называется водка. Ну, и где же ты, ворожина? Вижу. Все, теперь я его вижу. Ёлки-палки, чисто случайно его увидел. Так, ну, подвижусь, в цели я не попаду, пускай где-то остановится. Блять, а шатает меня, как будто реально пьяный. Пьяный охотник. Я не знаю, был выстрел, куда только, где он делся. Почему-то меня просто так дернуло во время выстрела, я, в общем, не знаю. В общем, что гадать, где наш Скар? Раш по центру. Раш Б. Блять, что это было? Это или выстрел снайпера, или... Или какая-то хрень. Давайте, короче. Уколимся. Хаваем консерву. И еще выпьем воды. Все. Мы готовы идти в бой. Так, ну глазика нет, значит, соответственно, врагов сознательных нет с оружием. Могут быть только где-то синеглазые. Я хочу же залутать ребят, которых мы... Вот он, до сих пор еще прыгает. Что тут у него? У него ни хрена. Ну, отлично. Где твое оружие, воин? А вот второй. Его тоже дергает. А вот калаш лежит, ну, к примеру. А что-то я не могу его подобрать. Какой-то калаш, короче, не настоящий у них, получается, был. Так. Опа. Вот. Это глазик меня чуть не заметил. Их там, походу, очень много, ребят. Давайте попробуем. Так вот, из-за угла. Ага. Видел. Я его видел, а он меня нет. Потому что я кто? Я ниндзя по жизни. Опять, ага. Ага. Смотрите, он даже меня замечает, несмотря в мою сторону. Сразу видно, кто тут убийца. В общем, отстреливаю этих гавриков на изи просто. Ну, тут нельзя выбрать уровень сложности, опять же повторюсь. Тут ничего нельзя вообще выбрать. Ничего вообще нельзя настраивать. Так, ну туда, в ту хрень мы не пойдем. Что тут? РПГ. Вот это я понимаю. Вот это наш метод. Приветин или пивитина. Сейчас еще гахнем. Вот так вот, чтобы уколоться. Уколоться и выживать просто. Давайте, наверное, попробуем гахнуть с РПГ. И на этом, наверное, наша игра закончится. В эту чудесную прохождение, точнее. Как выбросить? Я не хочу. Я хочу тебя выбросить. Как выбрать РПГ? Бози-бози. Не могу я выбрать РПГ. Хорошо, давайте тогда выкину эту винтовку. Ее можно как-то выкинуть? Не могу ее выкинуть. Опа. Скар такой что-то... Опа. Пошла боевочка. Ребята, пошла перестрелка страшная. Пошла перестрелочка. Вы не на того напали. Не, блядь, ну это все хорошо, но у меня сейчас патроны на этом гамне закончатся. 9 патронов осталось. Что у тебя есть, воин? О, точно, мы сейчас сделаем вот так. О, все, ружо мы скинем. Давайте, наверное, скинем Скар. Он мне не нужен. Это сюда. Ружо мы оставим. Все-таки у нас на ружо много патронов. Так. РПГ. Кто там хочет со мной постреляться? А? Где вы, боевики? Так, сильно бегать не надо, потому что мы уже хотим пить очень сильно. Не знаю, что нас так палит.
Может, после водки как раз. В окно только прыгать нельзя, я понял вас. Что здесь? А вот и водичка заветная. Глок. Ну вот глок бы я взял. Так, водички. Попьем трошечки. Хорош. Ну. В общем, пока врагов не вижу, он что-то синенько подсвечивается. Давайте там еще глянем. Врагов я не вижу, потому что, благо, у меня есть убийственная мощь, которую я... Консервы, да? Да, консервы. Хорошо. Как бы не зря я подписывал бумагу, что мои руки и ноги являются оружием, я не могу их использовать во вред другим. Опа-па-па-па. Кто там? Ага. Сейчас будем его выпасать. Пока не вижу, но... Мы сейчас увидим и гахнем. А давайте гахнем. Обязательно гахнем. Так, сделаем. Блин, вот это мне очень не нравится. Вот эта вся дрочь. Бля, пистолет какой-то обрезанный. Блин. Где-то спереди вражина, как я понимаю, но я его не вижу. А винтовку я взять в руки не могу. Или может он сзади? Да нет, сзади это херня какая-то, не может быть. Давайте пока туда. Оп, пробежал. Опять меня видно? Так где ты? Где ты, друг мой? Может, на какой-нибудь вышке? Ты не на вышке? Понял. Ага. Пробегаем. В общем, они... Нет, они где-то... Блядь, где-то прям он... Сзади прям что-то. Просто, блин, вообще непонятно... Вот реально такая выживалка, даже если будет стрелять... Во-первых, ты, блядь, никого не видишь, и тебя никто не видит. Ну, точнее, тебя видят, а ты никого не видишь. И если вдруг начнут стрелять, ты опять же не поймешь, откуда это было. Так, давай еще захаваем. Все, похавал перед смертью, так сказать. Все, взяли калаш, короче, сейчас пойдем им бить ебало. А, не пойдем. Хотя можно тут обойти, но там это хрень. Ну где? Он опять может ходить где-то, он хрен знает где. О! О, смотрите, бабах-бах-бабах. Откуда, блядь? Ни хрена непонятно. Эти кусты мне еще прям по лицу бьют. Так, не, ну залетает знатно, я не спорю. И через окно где-то. А, сзади, блин. Так нечестно. Вот такая вот у нас игра водка. В общем, ставьте лайки, ставьте дизлайки. С вами был Росси. Оставляйте комментарии и всем пока и до скорых встреч.